Самое доброе утро! Друзья, татуировка – это ответственный шаг. Через какое-то время она может деформироваться, ну или просто надоесть. Ну что, делать или не делать? Money. Конечно, делать, только если это биотатуировка Мэнди. Это древнейшее искусство нанесения разнообразных узоров хной. Выглядит утонченно, держится до 3 недель и наносится абсолютно безболезненно. Поэтому даже знаменитости прониклись этой темой. С Мэнди щеголяют Мадонна, Джессика Симпсон, Бейонсе и Айшвария Рай. А сегодня к этому звездному списку присоединюсь и я. И сегодня Мэнди мне будет рисовать художник Настя. Настя, привет. Привет. Ну, с чего нужно вообще начинать вот это вот все действие? В первую очередь с решением, то, что ты хочешь этот рисунок, поскольку это все-таки ответственно, и ты будешь ходить с этим рисунком неделю-полторы. А какой рисунок вообще? Ты подобрала мне что-нибудь? Да, я думаю, мы рисуем стандартный, традиционный для индийской росписи хной растительный узор. Очень это будет красиво. Цветочек на 2 ладошках. Ага, а он что-то обозначает? Этот символ заложен в смысл благополучия, процветания и радостной жизни. Ну это мне точно не помешает. Настя, я готова. Вот тебе мои руки. Можно приступать? Да. Ну что, больно не будет? Нет. Наверное, беда для тех, кто боится щекотки, потому что начинает... Ой, ты знаешь, мы иногда где-нибудь на шее рисуем, мы по полчаса ждем, когда девушка проснется. Изначально Мэнди делались на ступнях и ладонях невесты. В узоры мастер заколдовывал специальное благословение. Иногда родители жениха покупали такой узор, заказывая те блага, которые должны быть в жизни молодожена. Кстати, специальная хна, которой делают узоры, обладает лечебным эффектом. А на энергетическом уровне рисунки хной действуют очищающе, приводят в состояние равновесия. Да и просто поднимают настроение. Также в Индии девушки, нарисовавшие себе на ладошках рисунок, освобождались от домашних обязанностей до тех пор, пока рисунок не сойдет. Ну, это, кстати, мне кажется, в наше время тоже отлично подходит. Приду я сегодня домой, покажу маме эти ладоши, скажу: мама, посуду мыть сегодня не буду. Ой, здорово, пахнет так. Бодряще. Ну вот, моя био-татуировка готова, по-моему, очень красиво. Друзья, самым добрым утром, украшайте себя, не бойтесь пробовать что-то новое, но и самое главное, не забывайте, чтобы солнышко было не нарисованное в руках, а чтобы оно было где-то у вас, вот здесь, в сердце.